Гейский, ребята, меня зовут Флавиус, и сегодня мы продолжаем приключения с красным прекрасным нашим ангелочком Шариком, который, ребятушки, сегодня будет вызволять его в очередной разочек, поэтому, ну, как бы лайк обязательно поставьте, и мы погнали. Так, здесь у нас, значит, непонятная какая-то штука, тут у нас, значит, надо сначала понять, ага, красный нам нужно сюда поставить, окей, погнали, но там еще есть красный, и сверху, ребята, красный блок, это круто. Так, забрались и забираем монет. Так, может нам тут какой-то... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, туда, понял, можно упасть. Так-то серьезно можно упасть. Так, блок аккуратненько туда бросаем. Опа, и этот блок туда бросаем. Давай аккуратненько. Так, и это тоже давайте туда же забросим. Может пригодиться. Так, тихо-тихо-тихо. Нет, ай, нет, ребята, он сейчас упадет вниз туда. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, это будет очень плохо. Ух тыха. Опа, так, надо. Опа, так, у нас тут все немножечко пошло не по плану. Так, опа. Хе-хе-хе. Как, смотрите, мы ловко можем обратно его запихать. Вот это мы молодцы. Опа, так. Ну и вот это теперь нужно подвинуть, да? У нас тут филигранная работа. Стоп, а что вообще здесь? Ага, тут еще один блок, смотрите. Ну его наверняка нужно вниз. Да, смотрите, там... Ага, я вижу, да-да-да-да. Там еще у нас, получается, есть... Оп, давай, продвигай его, продвигай. Так, мы его немножко тут боком, получается. А, нам еще нужно будет, знаете что? Ха, забавно, нам нужно будет вверх этот лифт отправить, чтобы прошел этот вот... оп, эта штуковина, чтобы прошла. Так, вот мы отправляемся вверх и ждем, пока он туда допрыгает. Допрыгает, долетит, доедет. Ха, нет, ребята! Так, эту штуковину мы тоже туда же отправляем. Эх, ну что ж такое с этим блоком? Ха, нет! Так, ребята, а теперь у меня вопрос. Если мы эти блоки сюда поставим... Ха, а, они не все исчезли, да, смотрите-ка, они не все исчезли. Хорошо, то есть исчезает только три подряд. Правильно же я понимаю, да? Да, исчезает только лишь три блока подряд. Ну, окей, значит, этот красный нам еще для чего-то понадобится. Так, нам бы отсюда выпрыгнуть или что? Или мы уже не сможем отсюда выпрыгнуть? Но это как-то совершенно не круто будет. А, там же ведь еще монетки остались. А, нет, сможем. Так, хорошо. Так, вот тут монетки еще, и вот эта штуковина. Я не знаю, зачем она нам, но, скажем так, пускай она с нами попутешествует немножечко. Так, ее мы тоже вниз, так вот аккуратненько, аккуратненько, все, есть такое дельце. Погнали, опа, так, вниз туда же это кидаем. А, так, и думаем, ребята, думаем, что со всем этим нам делать. А, так, ну давай для начала это скинем. Так, теперь, ага. Ага, тут тихо-тихо-тихо-тихо, Шарик, ты чё, чуть не упал. Поднимаемся вверх и думаем, что нас там ждет. Нас ждут монетки здесь. Ага, смотрите, там вон синяя штучка есть. Угу. Так, опа. Тихо, не! Ребята, да, немножечко-немножечко, все пошло не по плану, мы так глупо упали, но ничего. Сейчас давайте вот эту штуку возьмем тоже с собой. Опять же, не знаю, зачем нам это, но, возможно, понадобится для того, чтобы собрать все монетки, ребята, это ведь главное, правда? Так, тут, а, ну, кстати, тут я помню, в чем суть. Да, здесь у нас такая вот игра в магнитик. Замечательно совершенно. Ой-ой-ой-ой, тут еще игра в бомбера. Ай-яй-яй, чуть бомба возле нас прямо разорвалась. Так, ну хорошо, хорошо. Для чего нам нужен вот этот вот желтый? Ага, ага, угу, ага, угу, ага. Ну хорошо, тут, в общем-то, мы собрали 28 из 40, и там я еще вижу сколько. 8, это 2, ой, 36, и еще где-то 4, может они там внизу. Так, ладно, давайте. Стоп, а что тут нам нужно? А, нам нужно, да, вот этот вот. Получается, туда вот, вот. Да, мы сейчас тут все раздвинем. Так, вот, чтобы нам ничего не мешало. А вот эта штука, кстати, наверное, да, нужно, чтобы убрать, чтобы нам ничего не мешало, наверное. Не знаю. Так, ладно, давайте подталкиваем сюда эту бочечку, врубаем магнит. Так, как его тут врубить? Отсюда, наверное, нужно запрыгнуть. Open, наверное, нам нужно, да. И вот он там должен был подцепить этот блок. Да, в общем-то, он его и подцепил. Так, все, теперь мы его направляем туда. Так, вот он едет, ну я думаю, он доедет. И рано или поздно где-то вот здесь мы должны его нажать. Так, и что мы видим тут? Где блок наш дева? А, вот он. Кстати, классно все получилось, довольно-таки хорошо. Нажимаем. А, вон, ребята, смотрите, что там внизу получается. А, там какого же цвета они? О, сейчас посмотрим. Так, синие, да, ребята, они синие, и это то, что нам нужно. А, и вот все, тут все монеты. Все, ребята. А, круто. Так, да, ребята, мы собрали все монетки. Так, черепашка. Она к нам едет. Это не очень хорошо. Ай, ребята, она загнала нас в угол! Все, мы прошли. Так, сейчас было бы очень обидно на черепашке, ребята, умереть. Да, ребята, все замечательно, мы прошли. Что же, поставьте лайки и подпишитесь обязательно на канал. Ну а с вами, как всегда, был Флавиус, Адиус, Амигос.